В 1200 домах и квартирах отключили газ с начала года, сообщают в Стерлитамакском филиале «Газпром газораспределение Уфа». Сегодня за долги, накопленные в течение 3 лет, сотрудники службы отключили газ в одном из частных домов в Первом Лазурном переулке. В данном доме проживает абонент Кайтгулов. Задолженность больше 100 тысяч. В связи с этим было принято решение отключать его с использованием экскаватора. Неоднократно абонент нас не допускал, поэтому такая крайняя мера, как использование экскаватора. Экскаватор обойдется, услуга, около 60 тысяч на счет абонента. С должником было заключено соглашение о рассрочке, которое тот не соблюдал. Например, единственный платеж за газ в этом году не превысил и 10 тысяч. Хозяина дома нет, но его близкий родственник пообещал сегодня же оплатить половину долга. Но газ подключат только после того, как будет погашен долг в полном объеме, а также оплачены все комиссионные расходы, связанные с выездом представителей «Газпром» газораспределения Уфа. Жителям Стерлитамака рекомендуют не затягивать с оплатой счетов за голубое топливо, потому что газовики имеют право отключить газ при задолженности за 2 месяца, какая бы сумма ни скопилась. Причем последующее подключение газа должнику тоже придется оплатить. Отключение газа – мера жесткая, но действенная, говорят в газовой службе.